Мне кажется, так же, все так же. Вот где квадратик, внизу нажимаем. Вот это, да? Да, под квадратиком, да. А, ясно, так нашел. Сейчас я посмотрю. Все, набирается. Набирается долго, у нас же плохая связь. Сегодня долго набирается. Сегодня вообще плохая связь, да. Все, идет. Перебери. Алло, алло, вот сейчас включилась, да. А погромче надо делать. Ну, послушай, алло. Слышишь? Говорю тебе, да? Слышишь? Да. А ну все, а. Работает, да. Есть в России такой остров Беринга. Самый дальневосточный край за Камчаткой, ближе к Аляске. Добраться можно редким самолетом или северными водами Тихого океана. Раз в месяц корабль возит на остров пассажиров и продукты питания. Путь в 36 часов. Судоходство здесь сложное. Непрерывные ветра, шторма, туманы и волны до 12 метров. Суда ходят только по погоде. И то мы сейчас придем, вот нам в течение 6-7 часов выгрузится и успеть назад прийти. А судно это комфортно на каких волнах максимально? По речке ходить. Вот командоры. А мы вот сюда заходить будем, вот, внутрь. Выброску подали. Рейки, пошлите живее, пошлите на смех. Покороче, живее, берите, покороче. На корме было можно с ним подавать. В 1741 году, во время шторма, корабль Витуса Беринга был выброшен к неизвестному необитаемому острову. Остров получил его имя посмертно. Похлопали. И решение. Бери сюда. Мальчишки своими руками сделали вам первый весенний подарок. Кричите, ура! Ура! Бери сюда, вот. Понюхали командорские. Молодцы. Беринга изолирован океаном от всех материков на сотни километров. Здравствуйте, Геннадий Михайлович. Здравствуйте. Как это работает? Вас снимает он там. Не, ну мы одно село, Никольское. Почта, школа, администрация. 5 магазинов и погранзастава. Рядом морская граница России и США. Население 500 человек. Вот на этом острове и живет теперь последний русский алеут. Последний, потому что единственный в России говорит еще на языке своих предков. Что-то ручка не Толома. Та. Толома, Катюша, Толома. Раз один где-то съест, алеутские лужи были небольшие. Мы идем сейчас налево. Налево и посмотрим витрину, где находится торбозал, лыжи детские, да? Лыжи вижу. Вот. Кисет из кишок. У вас тоже такой был. Камлейка.
Шитая из кишок Сивыча, да? Баньковой Анны Федоровны. Я помню, что это она делала. Это ваша подруга, да. Так, дальше, что у нас тут? Рядом гарпун, аккуратно не споткнитесь, стойте, а? Не споткнитесь. Что это? Несу гарпун. Я говорю, тут на полу у нас гарпун лежит. Чик. Вы щетки не ставили, поэтому я и потерял все. Алеуты? Коренной народ севера. Научились жить здесь 10-12 тысяч лет назад. Без единого деревца. Все необходимое брали из океана. Иглами из костей птиц шили непромокаемую одежду из кишок животных. Плели корзины из травы и бесстрашно охотились на морского зверя. Спермацет. Спермацет в голове у кашалота очень помогает при ожогах. Огромная такая, ну, короче, как в медицине используется она. Я не знаю, но от ожогов-то что не взять. Потому что известный случай на китобойных базах, когда матрос упал в жиротопку. Жиротопку. Это можно представить, какой процент ожога. Его так держали, намазали, он выжил. Китай их постоянно. Прошлый год, осенью два. Промысел китов. С 36 года он велся китобойной базой Алеут. 30 лет ходили в Командорские острова, север Камчатки. Но они кормили киты весь Дальний Восток. Этот хореограф хоть бывал раз на охоте, видел утки, как себя ведут. И сейчас советует что-то. Вот эта музыка тоже не людская. Они когда начали репетировать, я это говорил, меня даже не слышали. Я говорю, так. В ансамбле был. Чиен назывался. Птенцы. Сами ансамбли ездили по Камчатке, по России. Даже в Киеве выступали. Ну, короче говоря, хотел, чтобы наша культура
не уходила никуда, не умирала как бы. Вот эти плавнички это от камбалы. Для украшения всяких бубни, шапок. У нас раньше с этих грудинок предки наши раньше с них ложки делали. Палочку вставляли здесь, и здесь завязывали. Здесь. И вот ложечки кушали. Мне это досталось, и я кушал. Так. Это цифра. У тех алютов, у нас забыли, вот, говорят, как называть, вот, допустим, 100, 200, 1000, там. А у них есть, вот, я у них и записал себе, вот, чтобы запомнить. Сейчас я могу свободно уже говорить, так, отъедившись, это 1000, допустим, да. Я езжу к этим алютам, да. На Рюдских островах как раз у них 8 диалектов. У них-то я узнал, как вот цифры писать. Жили алеуты на Алеутских островах. Когда Америка купила Аляску вместе с ними, несколько островков остались в составе России. Ошибка в географических координатах в документах. Тогда на еще необитаемый остров Беринга переселили алеутские семьи для промысла морских котиков и бобров. Так алеуты разделились на две линии – российскую и американскую. В 19 веке здесь процветала российско-американская колониальная торговая компания. Этому народу алеутскому досталось очень-очень много перепала. Понятно, что у нас чечен, татар гоняли за угла в угол по стране. Но как им досталось, они столько властей тут сменили. Они жили при американцах, их притащили сюда насильно. И все колонизации проводились в одном и том же режиме. Мы, русские, от них не отличались. Это или завлекали, или водкой напаивали, возили с острова на остров, с континента на континент, или палками загоняли в рабство. Я говорю довольно честно. Они одели европейскую одежду, им дали винчестер. Уже нету каяков, нету байдарок, кухлянок, парок птичьих и так далее. Они уже стали в котелках ходили здесь. Они знали английский язык. 20 лет стали англичане, они их выучили. Здесь школа английского языка была. Потом наши посмотрели, все время как-то неуютно, когда кто-то у тебя пасется в твоем огороде. Наши их выгнали в Владивостокский торговый дом. И после этого настались самые тяжелые времена в жизни этого маленького народа. Их забросили. Их надо было кормить, завозить уголь, дрова. На острове дров нету. А главное – еда, одежда. И длилось это, ну, не знаю, не 30, 40 лет. Пришла советская власть, а в 24-м году пришел пароход «Красный вымпел». Комиссар Лузгачев вышел и сказал: «Так, завтрашнего дня всем на работу». А люди писали письмо президенту США, говорит: возьмите нас взад. Это был золотой век командорских алеутов и островов, когда стояли американцы. Оттуда везли все, и Зингера, и Винчестера, и табак в фунтах, и хорошую муку первого сорта. А мука, которая доходила в нашей стране на пароходах через всю страну, это была уже не мука. Давайте тогда мы сейчас с вами просто вспомним обычную такую фразу и проговорим хотя бы свое имя. Елена Асахтакук. Галина Асахтакук. Елена Асахтакук. Надежда Асахтакук. Лилия Асан. Лилия Асан. Лилия просто. Лилия Асан. Лилия Асан. Можно сказать в трех вариантах. Когда мы существительных, вы просто уже забыли, продлеваем последний слог, это обозначает ее.
его, мое людское имя. Туну язык? Да. Унаван Туну. Туну. То есть получается имя. Туну Геннадий Михайлович. Имя может, на людском языке, да? Да. Мое людское имя. А что значит Иван? Ну, в людском языке значит. Алагухам. Унагам Туну Алагух Илян. А сам Ахмагах Унагам Туту. Илян, если будете так хотеть, вы ничему не научитесь. Для меня это иностранный язык. Агитадан. Хорошо-то как бабы. Чё хорошо? Как чё хорошо? Погода хорошая. Очень хорошая погода. Ничего хорошего нет. Ну что? На охоту не съешь, на рыбалку не сходишь. Чё толку-то? Тебе баян дать? Зачем? Отдохни, возьмем. А то ты сидишь прямо как не родной. Вот так. Аккомпаниатор должен слушать певца. Да что ты говоришь? Да правда. А вдруг ты помедленнее пойдешь или побыстрее? А я должен. Ну, вальс-то не надо быстро. Не учи меня. Вальс, 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 вальс. Погода на Беринга субарктическая. Летом местами остается снег. Всегда ветра. Есть такое понятие, как горизонтальный дождь. В таком климате деревья не растут, а люди привыкли. С Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой было принято решение о проведении специальной военной операции. Это программа «Кто против?» на канале «Россия-1». Российская страна. Саморепорт, переговор по разговору Путина и Макрона по телефону. Самое важное. Хочу подчеркнуть специально для Украины, но это важно. Важно для всех. Путин сказал, что затягивание переговоров. Какого цвета красный занавес? Вот уже работает. Сейчас найдем, какого цвета красный занавес. Сейчас мы то закузанис, мал аканис. Перья хорошие, темного коричневатые, коричневато-черные. В мире осталось чуть больше 2000 алеутов. Большинство на Аляске, а человек 300 потомков на Беринга. У русских и американских алеутов появилась традиция. Раз в год весной устраивать конференцию, созваниваться для общения. Нет.
Геннадий Михайлович выступал организатором от Беринга. Алло, Тулума, Вася и... В этом, 22-м году, конференции еще не было. Командоры, Пена. Ага, Криша. А кто там умолял, ты? Аллаха. Нантугукана. Аллаха. Без этого только МТС и Билайн. Че ему грузить? Марина, перцев нет уже, да? Закончились. Да ты что? Нет, еще не разгрузили. Как они собираются уходить, они еще не разгрузили. Продукты на острове очень дорогие. Сколько от города есть? Поэтому люди до сих пор живут рыбалкой. И кто может, охотой. Только в этом году охотникам выдали лицензии на добычу мяса. Диких оленей на острове стало слишком много, а единственный хищный зверь – писец. Мы этим живем. Сколько экономит денег. Вот я, вот мне как охотнику дали, а старикам, пенсионерам не дают. Ну, у кого нет разрешения. Я вот старикам раздаю. А куда деваться? Их тоже надо отцу, бате, другим бабкам, теткам. Кому чё, кому ничего. Миша Яковлев, охотник рыболов. Тебя вспомню. Его жизнь выглядит примерно так. Местным малюткам еще разрешен сбор ягод, трав, морской капусты, моллюсков. Это называется право вести традиционный образ жизни. Еда. Еда. Алексей, нам давление 200 было. 200 под 200 давление было. А сейчас надо из года в год, если я не отметилась в этом году, то я на будущий год я не буду ловить рыбу, потому что я не отметилась. Ты записалась, что ты алютка или нет? Да, да. Ну, значит, получится. Доказать, что я КМНС, что я алютка считаюсь, мне надо пойти, значит, заплатить, доказать, что я алютка. Они для чего это делают нам за суждение, чтобы здесь им... парк открыть, да. Чтобы они оттуда понаехали сюда и год, два, три здесь на Командорах, на Беринге ничего не будет. Командорские острова – это архипелаг из 4 островов, самый большой из них – Беринга. Воды вокруг – роскошная столовая для 20 видов китов на пути их ежегодной миграции. Здесь же обитают морские котики, каланы, гнездятся редкие птицы. Чтобы сохранить уникальную природу, в 1993 году южная часть Беринга,
еще 3 островка и 30-мильная морская зона вокруг архипелага стали государственным заповедником Командорский. Северная часть острова осталась людям для жизни. 2/3 острова – заповедная территория, где можно ходить только с научной целью. Сейчас проводим съемку лежбища для того, чтобы потом уже в лабораторных условиях провести подсчет животных, которые зимуют на лежбище. У котиков численность практически стабильна. Под водой здесь и кальмары, и осьминоги есть, и рыба круглый год, безусловно. Задачами являются сохранение природы, естественных процессов в природе. У нас, кроме этого, еще в задачах и сохранение традиционного природопользования у местных жителей, у алеутского населения. Местные же жители, они оценивают существование и работу заповедника не потому, насколько важной работой занимается сам заповедник, мониторингом состояния окружающей среды, численности животных, ну и так далее. Они это все переводят в призму, что изменилось с появлением заповедника в их собственной жизни. Например, ну, как кажется части местных жителей, что с появлением заповедника у них жизнь ухудшилась. Якобы у них отобрали остров. На самом деле, как местные жители могли посещать свободно остров, так и имеют такое же право его посещать дальше. Ну, понятно, только получив на руки разрешение. Но это такая формальная процедура. Не, вот мы подключаемся, пытаемся. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Северная часть острова, мы тоже об этом говорили много раз и писали везде, что это та часть острова, которая нас кормит. Мы не занимаем какой-либо позиции, такой, знаете, вот упертые, что мы вот за то, чтобы северная часть отошла к заповеднику. Сегодня для того, чтобы муниципальное образование полноценно существовало, нужно сформировать необходимую территорию для функционирования этого образования. Упертая позиция, что отвалите со своим заповедником в северной части, она хорошая, но она ничем правовым не подкреплена. Если уже идти по этому поводу, податься в сторону права, то тогда нужно обращаться в суд. И то, что сегодня не вошло в поселок, то, что не находится, сегодня это в генплан включить. Сегодня, к сожалению, этот документ отсутствует. Это, наверное, такое упущение какое-то, но вот это и будут границы того обитания, скажем, человека. К сожалению, сегодня мы так вынуждены говорить, потому что заповедник, к сожалению, претендует на все. Ноль семь? Да. 8, 10, 19, 07. Что-то мало цифр. Еще будет. Салли, hello, hello, Салли. Наталья, Наталья from Aleutian Local Museum. Конференция, что When conference? Well, it was supposed, I had family issues I had to take care of, so I couldn't, I'm sorry. Oh, yes, I understand you, yes. Муж тяжело болеет. Да, да. И нужно вот вести. Я так думаю, что он, скорее всего, умереть хочет на родной земле. Вот. Здравствуйте. Наш солдат немножко заблудился.
Город большой, пока дошли, уже февраль закончился. Дела всегда пусть будут на подъеме. Здоровы будут тело и душа. Уютно и тепло пусть будет в доме. А жизнь всегда пусть будет хороша. Часовые на посту, в городе весна. Проводи нас до ворот, товарищ старшина. Товарищ старшина, карусель его помчит, музыкой звеня. И в запасе у него останется полдня, останется полдня. Поздравляем! Идет солдат по городу, в общем, любой непонятный фильм. Ты когда перегорбаешь, пролетарки взять. Музей исторической примирилась, показали все там, а потом одна ведущая говорит, вот, у нас еще есть эта выставка алютов, но их уже нету. А я как раз на трибунке повыше стоял. Я говорю, а вот перед вами экспонат, я говорю, стоит. Давно решаем этот вопрос о парке, уже лет 10-12, наверное, и каждый год решаем, и все равно этот вопрос поднимает этот заповедник, не знаю зачем. Наши предки учили, как вот сохранять природу. Яйца берут, но кары за ней 2-3 раза несутся, значит, один раз возьмут, второй в этом месте уже второй раз не берут. Заповедник хочет, чтобы население согласилось, чтобы
заповедник забрал северную часть у населения. Население с этим совершенно не согласно. Мы просим правительство Российской Федерации, Министерство природных ресурсов Российской Федерации, а также правительство Камчатского края услышать нас о том, что мы не хотим, чтобы северная часть острова Беринга вошла в состав национального парка. Мы не хотим жить в запретах. В режиме национального парка мы сможем свободно передвигаться только в пределах границ села. Мы и так вот, как в этом, как резервации живем, тогда вообще будет, даже в туалет нельзя будет сходить без них. Такие обращения к правительству страны островитяне записывают уже несколько лет. Уже, потому что места мало. Места мало, мы не можем. Места мало, мы не можем. Мы фигуру не можем сделать. В 7 часов отойти в администрацию, не в кабинет. И чего будет? Ну, не факт, что будет конференция с алютами. С Аляской. Алло. Да? Алло. Алло. Алло, Коля. Алло. Коля, слушай, мне сказали, что в 7 часов будет конференция, что ли, с алютами, да? Что? Что в 7 часов будет конференция у тебя там в кабинете, да? Или нет? Ну, туба на свет. Режим тишины и эвакуации из Мариуполя, Волновахи сорваны. Украинская и российская стороны обвиняют друг друга. Минобороны РФ заявила о возобновлении наступления. Владимир Путин заявил, что для введения военного положения в России нет оснований и предостерег третьи страны от попыток ввести над Украиной бесполетную зону. Я Лизе уже написала исполнительному директору Международной ассоциации, жду от нее ответа. Там у них сейчас просто... Ну, видимо, с обстановкой, которая мне не отвечает несколько дней. Немного пошевелись уже, тихо. Мне это помнит, а меня в детстве показывал там ямы. Ну, сейчас я тебе подзабузнал. Так.
Что-то не то, да? Да, это разные истории. Вторая, наверное, да? Нет. Но тут осьминог бывает размером человека. Они любят вон по скалам лазить. Потихонечку подходишь под камнем. А, мягкое начувствовал. Иди сюда. Не всегда, правда, сразу. Еще девчонки нам нравились. Соседнего ансамбля. Они там русские народные играли. Мое дело было какое? Каждый день в драмтеатре на репетиции. И вот это вот одно и то же, одно и то же, блин. Дед на баяне, царство небесное, дядь Ваня Хомич на гитаре. Мне еще с бубном приходилось там изображать себя Алюта. Я и так Алюта. Все прошло с войнами, с битвами. Немирным путем мы пришли на Алюта. Тем не менее, это их маленькая родина. И вариант такой, что отсюда их выселить, они будут против. Это маленькая нация, и надо гордиться. Пусть она здесь живет. Остров мог бы жить шикарно и роскошно. Вот ты ходишь, океан, небо видишь, бег облаков, циклоны. Тебя ничего не смущает, как люди жизни прожили. Этот уголок мог бы достичь хороших высот. Хороших. И быть не загнанной какой-нибудь кобылой, там, а трофейной клячей, настоящей лебедью в Тихом океане, с хорошей дорогой. С красивым пирсом. С пирса выходят, стоят какие-то кафе, где дети там, кофе, молоко. Где нижняя улица в фонариках. И это все делается. Делается при большом желании. Для наших ребят, которые это там военные преступники, для них есть теперь отличие? Нету для них отличия. Это военные преступники. И они должны быть уничтожены. И в первых рядах должен быть уничтожен тот человек, который дал такой приказ. Осознавая, что он наносит удар точкой У по мирному населению, наносит умышленно, спланированно, совместно с информационным противодействием. В апреле 2022 года Дом русских алеутов, село Никольское, окончательно вошло в состав Государственного национального парка. По закону, все социальные вопросы, строительство на территории нацпарка решаются строго через Минприроды РФ. Запрещены охота и рыбалка. 4 октября 2022 года Геннадий Михайлович умер.